довольна своей гонкой. Для меня 2-0 это, конечно, было неожиданно, но я сделала максимально все, что хотела сделать. И рада, что это все так сложилось, что еще с большим резервом. Я настроена на борьбу и буду делать все максимально от себя зависящее. Была проделана большая работа, поэтому моя задача сейчас выложиться на 100%.